Профилактика травматизма на железнодорожных путях – это и контроль соблюдения правил безопасности. Очередной рейд прошел рядом со станцией Ухтомская, где вновь появился опасный переход через пути. Сотрудники административно-пассажирской инспекции, полиции, администрации, а также волонтеры и народные дружинники провели с жителями разъяснительные беседы. Подробности далее. На этот раз место встречи – несанкционированный переход недалеко от станции Ухтомская. Буквально месяц назад сотрудники РЖД закрыли опасный доступ к железной дороге. Сейчас картина снова та же. Небезопасный проход открытый, им охотно пользуются люди. Знаете, что сейчас административное правонарушение? Знаю, но я боюсь лезть на мост. Я там понимаю. Скользко, он очищен. А вы не боитесь, что вы попадете под поезд? Я смотрю по сторонам. Первый раз предупреждение, а в следующий штраф. На сегодняшний день он составляет 100 рублей. Сумма незначительная и вряд ли может напугать нарушителей. А вот статистика смертельных случаев на этом участке заставляет задуматься. Здесь часто имеют случаи смертельного травмирования, к сожалению. Люди невнимательны, ходят, наверное, скорее всего, в наушниках, в капюшонах. Перед Новым годом, буквально за месяц, только за декабрь месяц, 4 случая таких было. И сейчас, в нынешнем году, уже 2 случая смертельного травмирования на этом участке. В ближайшие дни народную тропу закроют, но в то время как одни незаконные переходы ликвидируют, на смену им приходят новые. От станции Ухтомская до станции Люберцы 4 таких опасных участка. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.